В Брестском государственном университете имени Пушкина множество одаренных и всесторонне развитых студентов. Но только лучшие из лучших получили право представить свой факультет в рамках 21-го конкурса на звание «Студент года». Это наш любимый, традиционный, 21-й по счету конкурс на звание «Студент года». В нашем университете он носит такое звучное название «Поверь в себя». Выигравший студент на нашем этапе, он представляет наш университет уже на областном этапе. Участие в этом конкурсе дает для меня такой стимул стремиться к чему-то новому. Это огромный шанс показать себя как студентку, показать себя как личность. А чтобы в полной мере раскрыть каждого участника, конкурсу предшествовали три предварительных этапа, на которых требовалось воплотить практика, ориентированный идеей проект, создать имиджевый мини-фильм и пройти интеллектуальные испытания. Затем необходимо было презентовать себя в конкурсе «Азбука моей жизни». А после жюри предстояло оценить ораторское мастерство каждого. Участники задействовали все свои таланты, пели, танцевали, читали стихи и раздавали советы. И все для того, чтобы стать студентом года. И у каждого свое представление, каким он должен быть. Какими качествами должен обладать студент года? Я считаю, что это в первую очередь искренность и открытое и чистое сердце, потому что в нашем сложном мире 21 век, я думаю, войдет в историю, и все глобальные проблемы должны решать люди с большой буквы. И я считаю, что преподаватели обладают такими качествами, которые могут стать людьми с большой буквы. Каждого из них можно смело назвать человеком и студентом с большой буквы. Ведь они уже зарекомендовали себя на факультете, проявили свои способности в университете и за его пределами. Ну а звание студента года досталось физику-математику Алексею Онищуку. Теперь ему предстоит готовиться к областному этапу конкурса.